Ребят, всем привет. Сейчас едем, короче, на... Хочу машину сполоснуть, помыть. Сейчас быстро, опа, вот так. Так, вот место. Я знаю, погодка совсем не для этого, но мы все равно заедем. Вот здесь вы можете машину свою, вы заезжаете на ней, вылазите, и ее потом, ну сейчас я там проеду, покажу вам чуть-чуть. Я этого делать не буду, никогда еще не делал. Не знаю, сколько это стоит, по-моему, 20 или 30 евро. Вот так вот. Видите? И вон там все, каждый свое. Тот заднее сиденье, то вытирает, то делает. Ну, короче, всем понятно. Алло! Einmal die ganz normale Wäsche. градусов. Вот, все, выезжайте. Конечно, погодка для этого не очень. Ребят, смотрите, на улице сколько стоят пылесосов, они все бесплатные. Так, плюс машины специальные для поликов, но сейчас я вам их покажу. Мы заедем с вами вот сюда. Так. Короче, вот эта дорога, как я вам показывал с улицы, где вы можете машину сдавать, они ее вам чистят, вы стоите, кофе пьете, ждете, пока она пройдет, все таким способом. Один человек делает то, другой то, другой то, другой то. Ну, короче, поняли, да? Вот, ребят, вот эти машины, для чего я менял деньги. Тут, получается, у нас есть всякие платки мокрые и сухие, чтобы сразу вытирать, мыть машину внутри. Ребят, вот, смотрите. Надо включать и выключать. Можете, если у вас полики резиновые, можете с водой их мыть. Но мы, она выключена, чтобы воды не было. Тут можете, кстати, воду набирать себе, если что-то вам нужна вода. Сюда нажимаете, засовываете. Вот видите, разница какая. Переворачиваете. Далее. Да, складывайте. На случай, ему тоже только что объяснял, засовывайте, если он у вас хоп, пропал, видали, вы его не удержали или еще что-то бывает, открывайте его здесь, и таким образом вот он выпадывает. И плюс есть вот такая штука, если вы там не можете, например, вам надо воду откуда-то убрать, да? Таким способом можете убрать воду. Смотрите, какой грязный, да, полик. Смотрите, пару секунд нажимаете, он как-то выглядит. Вот сюда этой стороной на вас, чтобы засовывать. Смотрите. Ну, давай еще. Опа. Неплохо, да? Ребят, пылесос, в основном на мойках, я знаю, пылесосы, они слабые. Вот, а вот эти еле вытаскиваются, и там мочи нормально. Он очень хорошо пылесосит и очень удобно. Один с одной стороны, другой с другой стороны. Пошло. Это у нас получается вот. И, как я думал, мокрый. Есть еще и сухой. Которым можно быстро, если вы забыли с собой взять,
там что-нибудь, тряпочку взяли, быстро, спокойно, все вот так, видите, быстро, хоп-хоп. Все, машину помыл таким быстрым способом, сами видали, 8 евро стоило, плюс 1 евро вот эта тряпка мокрая, вот. Ну и все, теперь можно выезжать. Вот тут машины полируют, видите, свет у них все стоит, это профессионально поливать, чтобы, вот, видите, все люди работают, вот полируют машину, видите, какая здоровая. Ну, много тут машин залазят. Летом тут все полно, ребят. Как-то вот так. Ну и все, а мы покидаем это местечко. Ребят, не знаю, как меня видно, но приехал домой, хочу ставить машину, и что я заметил? А номера-то нету. Едем назад. Да, ребят, думал, видео такое короткое будет, быстро помыл машину. Вот так вот, ребят, обязательно проверяйте, когда выезжаете с моек, чтобы у вас было все на месте. Едем на мойку, будем искать номер. Я сейчас разговаривал с другом, он мне сказал, если ты теряешь номер, то тебе придется машину по-новому на учет ставить. Потому что они тот номер должны закрыть. И если его кто-то нашел, например, чтобы его не могли никто использовать. Так, подошел до нее, вон девушка, которая кассирует, говорит, сейчас позвоню, узнаем. Ну, сейчас будем ждать ответа. Я надеюсь, что он здесь. Я надеюсь очень, что он здесь. Потому что это будет геморрой. Это придется машину опять снимать с учета и опять ставить по-новому на учет. И это стоит все денег. Это мне неохота было бы. Ну, ребят, я, короче, номер нашел. Вон он. Сейчас, ребят, решим. Не знаю, кто это будет делать, потому что он больше не это. Он отпадает. Вот эту сломали, видите? Сейчас будем решать. Говорит, я должен подъехать, чтобы она на это посмотрела. Она вообще разбирается. Я до этого спрашивал, есть у вас там автоматы, сколько они берут денег. Он говорит, я не знаю. Сейчас она решила посмотреть. Ну ладно, пусть смотрит. Сейчас мы будем с ней решать дальше вопросы и все остальное. Так что сейчас посмотрим, что будет. Сейчас я вам покажу немецкую тактики, немецкие приколы. Vorrichtung. Weißt du, hier, siehst du? Das Stück fehlt hier. Siehst du hier? Ja, aber du kriegst doch trotzdem dran, oder? Nein. Guck mal, du kannst sie hier reinsetzen, aber der wird bei jeder Gelegenheit... Die Halterung fehlt ja einfach. Guck mal, füll mal das hier. Füll mal hier. Ach so, alles siehst klar. Du diesen Ab... Danke dir. Ребят, сейчас она опять позвонит, и будем решать, как мы это сделаем. Hier wohl abgebrochen, ne? Also ich weiß nicht, hier, diese Vorrichtung hier. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr die finden könnt. Ich weiß jetzt nicht, ob hier hinten die hier war, ne? Genau, die hier. Sowas hier in der Art, ne? Diese Embleme. Ja, alles klar. Ich schau mal kurz rein. Ja. Сейчас, ребята, он посмотрит, может, мне кое-что принесет, чтобы ее опять приделать. Было бы неплохо. Ребят, на самом деле что-то тащит. Ist das das Ding, ja, ne? Ну, вышел человек, сами видали, если его видно было, сейчас разворачиваюсь. Ну, все нашли, я говорю, ну, она была сломана, я не знаю, может, она и от меня уже была сломана, всякое может быть. Ну, они кулянтные, они насчет этого даже много вопросов не задают, у них есть туда, где они меняют масло, все, мастерская своя, и они, как говорится, много... Ну, чтобы проблем не было, говорит, слышь, подъедь туда, пусть они тебе приделают новую просто, и все, чтобы не было никаких проблем у нас. Вот так с клиентами надо обращаться. Быстро, четко и хорошо.
Вот, ребят, видите? Мойки я еще раз, ну, значит, поставлю плюс. В принципе, этот номер, он был сломанный. Но я точно не знаю. Но он был уже надломанный, скажем так. Они могли бы мне, в принципе, сказать, там видно прям, вот смотрите, снизу, которая отлетела, видите, какая она поцарапана? Потому что там была авария, и вот она вся отломанная. Видите, сзади вот. И, короче, много вопросов не задавали. Давай мы тебе быстро поменяем. Пожелали хороших выходных и все, до свидания. Так что, ребят, ну, на этом мы теперь заканчиваем это видео. Спасибо. Вот такой маленький этот еще адреналинчик был у меня, по крайней мере. Ну, потому что это был бы, по правде, геморрой, если бы пропал бы номер. Это надо было с учета снимать, на учет ставить, это было бы, короче, жопа. Так что, ладно, все, давайте. Всем хорошего дня, утра, вечера. Пишите комментарии, ставьте лайки. До свидания.